А в столице Татарстана прошли игры 11-го тура чемпионата России по волейболу в высшей лиге класса А между местной командой Академия Казань и дружиной Дагестан из Махачкалы. Обе встречи прошли в упорной борьбе, где игра шла с переменным успехом. Для выявления победителя понадобилось провести по 5 партий. Удача улыбнулась хозяевам площадки, которые набрали максимальное количество очков. По минимуму досталось и представителям Кавказа. Уже в играх следующего тура 14 и 15 на выезде в Барнауле подопечным Андрея Толочко предстоит встреча с университетом, соседями по турнирной таблице. Команды «Университет Барнаул» и «Дагестан Махачкала» имеют в своем активе по 42 очка и пока занимают, соответственно, второе и третье места.